Глава государства встретился с председателем правления Белкапсоюза. Валерий Иванов доложил президенту о ребрендинге в организации. Это совершенно новый сервис, ассортимент товаров и доступность услуг в сельской местности, даже в самых удаленных пунктах страны, куда частник сегодня не стремится. За 8 месяцев этого года открыто 12 точек шаговой доступности. Появились 9 автомагазинов, модернизированы более 400 торговых объектов. Однако есть и проблемы. Во Дворце независимости говорили о повышении конкурентоспособности, оптимизации штата организации. К разговору о будущем потреб кооперации вернуться на уровне президента. Большое совещание запланировано на февраль. 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась сегодня в Нью-Йорке. На повестке почти 200 вопросов, в том числе из таких сфер, как международная безопасность, разоружение, устойчивое развитие, гуманитарная помощь, содействие правосудию и развитие международного права. В рамках сессии состоятся и политические дебаты. Белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел. Приоритетными для нас являются вопросы, связанные с поддержанием международного мира и безопасности, выполнение целей устойчивого развития. Виртуальный тур по заповедным территориям Беларуси разработали ученые для продвижения экологического и зеленого туризма в нашей стране. Информация об особо охраняемых природных территориях, национальных парках, заказниках, памятниках природы, а также об объектах инфраструктуры представлена на сайте заповедной территории Беларуси «Виртуальный тур». Желающие могут насладиться пейзажными и панорамными снимками заповедных мест нашей страны и выбрать для посещения наиболее интересные для себя территории.